Привет всем! Сегодня у нас 6 августа. Разожгли дымарь. И сейчас пойдем посмотрим мед. Несколько рамок с каждого улья будем откачивать. Вот смотрим первый улей. Свежая рамка с расплодом и медом. Вот такая вот рамка. Сейчас будем стрясать пчел. С первого улья достали 4 рамки, и сейчас будем их откачивать. Качаем первый мед. Нынче все спрашивают, едут за медом, а у нас мы еще не качали все меда. Нет у нас. И сейчас посмотрим следующий улей. Эта семья не роилась. Ну, интересно, сколько натаскали меда. Вот такой вот медок в этом улье. И еще возьмем такую рамку. Запечатанную. Хороший мед. Стрясаем и сметаем. И пойдем сейчас пчельники откачивать. Вот так все, запечатанный мед. Готовый к зиме. Густой и полезный. Вот так вот вскрываем соты. И с другой стороны. И вот еще третью рамку достали. Здесь и мед, и перга. Будем откачивать. Конечно, после того, как забираем мед, пчелки не очень довольны. Но что поделать? Мед тоже надо брать у них. Пока вот 4 рамки забрали, а затем еще те, которые им как бы не нужны, на которых они сидеть, обсиживать их не будут, и в зиму они не понадобятся, их тоже мы заберем. Такая вот петуния в этом году. И еще третий домик сегодня посмотрим. Уже вечереет, поэтому пчелы немножко уже злятся. Все, затаскали прополисом. И сейчас будем смотреть мед. Вот такой вот медок в этом улье. И еще одна такая вот рамка, полностью запечатанная в этом улье. Намного лучше мед, больше меда. Такая вот рамочка.
И сейчас будем сливать мед, который накачали с 9 рамок. Сливаем мед без ситечка. А потом, что наверху у нас, что образуется, мы снимаем ложечкой. Ситечком просто дольше. Все, дозрелый мед уже сливается хорошо. Пошла вторая баночка. Ну вот, накачали 15 литров из 9 рамок. Такие вот баночки. 5 трехлитровых банок на 7500. По 500 рублей литр у нас продают мед. Ну а всем тем, кому видео понравилось, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями и заходите почаще в гости. Всем пока-пока!